в моем доме живет вообще там 3 семьи. Вот я один в подъезде живу. Вот 80 квартир в доме. Вот так же вот. Это на всем поселке так. Все, ну, что сказать, поселок умирает. Умер, можно сказать. Насколько я знаю, там еще лет на 50 читала статью, да. То есть уголь нужен, вообще он нужен. Почему шахты не строят, почему их не развивают? Я надеюсь, что как минимум будут сохраняться тенденции, которые есть сейчас. То есть это стабильность в заработной плате, обеспечение всем необходимым рабочих, ну, я имею в виду соцпакет и прочее.